Итак, сегодня у нас будет разнообразный репертуар на разные вкусы и на разные возраста, так скажем, да? Желаю вам приятного прослушивания и, конечно же, хотели бы, чтобы вы потанцевали. Итак, группа Mix Band. На Ивановских улицах вновь звучит живая музыка. Традиционные концерты под открытым небом продолжились после зимнего перерыва. В минувшую субботу в центре города возле памятника Горелину собрались все, неравнодушные к музыке и живому вокалу. Кто-то пришел потанцевать, кто-то послушать музыку, кто-то в этот солнечный, по-летнему теплый день проходил мимо и просто не мог не остановиться. Но все горожане как один считают, такие импровизированные уличные концерты действительно отличная идея. Хочу поблагодарить кто организаторов всех тех, которые сумели это все сделать. Все делается для того, чтобы нас чуть-чуть, немножечко, ну, даже чуть-чуть встряхнуть. Наши годы, нашу юность напомнить нам. Очень приятно, когда дедушки с бабушками танцуют. Это очень прямо захватывает. И вот прямо аж слезы хочется навернуться в глазах. И побольше бы таких мероприятий вот этих вот складывалось, чтобы вот бесплатно приходят, люди отдыхают, им всем нравится. Это очень прямо вот, прямо душой радуется на самом деле. Не только представители старшего поколения пустились в пляс на главной площади. Молодежи здесь тоже немало. Кто-то пришел на концерт всей семьей. Живые выступления на главной городской площади теперь будут еженедельной традицией. Каждую субботу вплоть до сентября, разумеется, если погода позволит. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.